И где она учит английский? Она работает в лицее. Наверное, более-менее нормально зарабатывает. Может быть, 50-60 тысяч, нет? Где-то больше, Даже больше. 80 или Даже про больше. 85, честно, я не помню. А папа еще раз, я проскочила. Где он работает, папа? На заводе. На заводе, ну, рабочий, инженер. У меня папа работает сварщиком, но он сварщик года, то есть он самый лучший в заводе, получается. Я не знаю, как это называется. А почему у вас нет братьев и сестер, да? Или они У есть меня есть сестра. старше? Да, старше. Она замужем, ей 26 лет. У нее дети есть? Пока что нет, но Но очень хотелось бы побыть тетей. она не едет с вами, да, на озеро? Нет, она отдыхает с мужем, ездит по разным городам, А с каких пор она странам. перестала? Вот как вышла замуж, да? Больше не ездит с вами? Ну да, уже как-то ей, наверное, А вы не неинтересно. Снова у нее скучаете? новая семья. А вы не скучаете вот в поездках без Конечно, сестры? скучаю. Как можно по родной сестре не Ну скучать? так позовите, что она прям муж не отпустит, что ли? Ну, она к нам приходит каждые выходные. Мы ее ждем, конечно. Она Подарочки покупаем. тоже тульчанка? Да, она тоже. Угу. Муж у нее хороший, вам он нравится? Мне нравится. Хороший парень, прям вообще. Долго они влюблялись друг в друга? Ой, честно, не знаю. Она такая всегда молчаливая, она как этот, Что она пришла как домой, сказать, партизан. пришла домой, говорит, мама, сестра, я выхожу замуж, так что ли? А когда он сделал ей предложение, они были в другом городе, и, честно, ей не удавалось. Ну что, она не звонила там, ой, я так влюбилась, Нет, не Аська, знаю, честно, Еська. мне ничего не рассказывали. Я там маленькая была, мне вообще не до этого было все. Вы на нее похожи? Ну, да, есть что-то у нас. Круто. Ну, у вас хорошая жизнь, смотрите. Ну да, я бы не сказала, что плохая. Собака. У вас, ну, психика хорошая, да? Друзья Ну да. есть? Подружку не хотите Друзей взять? много у меня. Подружку не хотите взять с собой на озеро? Не отпустит никого? Ну, хотелось бы взять, да, но я пока думаю. Ну что, место жалко? Ну нет, просто надо подумать, кого взять и кого отпустят родители вообще. Не всех же Да, в да. такую долгую поездку возьмут. Да, меня не пускали даже на дачу. Ой, я так хотела на дачу к подружке. Не пускали, у меня очень строгая семья была. Я не понимаю, в чем смысл таких измываний над ребенком. Даже котенка не разрешали завести. Да, Ужас, ну не ужас. знаю, у меня особо такого контроля не было, потому что родители знали то, что я беру на себя ответственность, и то, что с животными у меня все будет в порядке. Да я думаю, я знал, что никто не думал, что животным не будет что-то в порядке. Но вот очень какие-то упрямые родители у меня были. Хорошо, ну а в этой стихии как бы счастье там, не знаю, нирвана. Почему вы ко мне пришли? У вас Не знаю, мне хорошая жизнь. просто как-то я обратила внимание на вашу трансляцию и немного была удивлена разговорами. Так нет, знаете, например, я стою, еду там на концерт, там, не знаю, там, симфонического оркестра, пятой симфонии Бетховена. Мне даже не придет в голову зайти на дискотеку, где там происходит Ну нет, бум-бум-бум-бум-бум-бум. это, думаю, это совершенно разные Да, вещи. вот каким Это образом я когда могла происходит, где заинтересовать проведете вас? трансляцию, а это когда ты уже едешь на осознанную цель. Нет, я говорю, каким образом наши дороги могли пересечь? У вас, наверное, в ТикТоке даже другие подписки. У вас не интересует Украина? Ну, нет, честно, я вообще в политику не вживаюсь. Вот, Это я и говорю, вообще не мое дело. как я Я не попалась к вам? хочу. Может быть, у вас подружки подписаны на меня? Как я попалась к вам? Я не знаю. Вроде из моих знакомых на вас никто не подписан, Ну, честное каким слово. образом мы пересеклись? Я агрессивно настроена против России. У вас в России хорошая жизнь. Как мы могли пересечься в этом мире? Вы просто попались мне в ленте, я зашла, просто посмотрела, меня заинтересовало, я Я что, записываю. первая леди Первого канала? Как я могла попасться счастливому ребенку? Я наверняка попадаюсь несчастным людям, которые там Да мужья. почему же несчастным? Ну, это как-то глупо звучит с вашей Ну, стороны. смотрите, многие Почему? дети потеряли отцов. Ну, многие дети России потеряли отцов. Вот они, я им попадаюсь, потому что, ну, им больно. А дети, которые ждут папу, и они прям в плену сидят, да, им больно. Дети, которые у папы расчлененные, там, руки, ноги остались. Интересно, а У с вас же каких все пор хорошо.
от отдыха перешло к расчлененным папам. Я пытаюсь понять, как я могла попасться вам в френд-лент. Вот про что я говорю. Если у вас хорошая нет, жизнь. Знаете, трансляции самые разные попадаются. То есть трансляции ты никак не контролируешь. Я клянусь, я захожу к себе, у меня вся лента за Украину. У меня нет ни за Палестину, ни за Россию. Вот так, это у вас, а у меня совершенно другая. Так нет, если я подписана на этих блогеров, у меня выскакивают они и их подписки. То есть у меня дерево, которое за Украину, так? А вот почему вот к вам заходил взрослый мужчина, его удалили его через 5 минут разговора? Мне интересует. Потому что я сказала, что он растение, потому что он через пупок ест. Ну ничего себе, а как вы это узнали? Вы видели это? Потому что убивает украинцев, он молчит. А, так он вроде же русский был, какая ему разница, что там с Украиной происходит? Нет, он сказал, что он против Путина, он не согласен с ним. И его несогласие не слышно. Знаете, у всех разные мнения на этот счет. У вас разные, у меня разные, у того мужчины разные. Я сделаю ролик, если вы хотите что-то высказать, называется «Челябинское растение». Напишите свой комментарий. Да нет, мне нечего высказывать. Нет, ну вы за него переживаете, этот ролик существует. «Челябинское растение». Пусть люди напишут. У меня небольшой вопрос. А вот вы вроде уже женщина, у вас дети, муж, да, знаю как. А почему вас потянуло именно на эту сферу, и вы сейчас... меня там вся семья живет. Я не могу жить в Америке, не обращая внимания, что завтра моего племянника убьют. Ну, вы бы тоже не... Если ваша сестра жила... Вот ваша сестра 26 лет, да? Если бы она жила сейчас в Херсоне, вы бы тоже вели трансляции, останавливали войну. Нет. Но она бы не занималась таким, я больше чем уверена. Нет, если ваша сестра, которая не занимается, просто живет в Херсоне, Херсон обстреливается каждый день, вы бы останавливали войну, чтобы спасти сестру? Ну, а что бы вы делали? Я ребенок, мне 13 лет, что я могу, как я могу противодействовать? Я не зову войне? Вас, я не зову вас я вести... Я гражданин России, но я, не зову... я никакие... Я не зову вас останавливать войну, вы ребенок, я вас не зову. Я объясняю вам, что у взрослых людей есть гражданский долг останавливать войну, либо брать оружие в руки, как... Какой гражданский долг, если я подросток? Нет, я родилась в России, нет. Да, но это же не дает мне обязанность какую-либо. Если я не про вас, я говорю про взрослых людей. У взрослых людей есть гражданский долг, не у детей. К детям я не обращаюсь. Про детей я ничего не говорю. Я говорю, к примеру, у вашего отца, у вашей мамы, у вашей сестры, у мужа сестры, у них есть гражданский долг, и они должны им пользоваться, если они против войны. Ну, знаете, очень... Мне просто интересно, какое отношение ко мне это имеет, если вы сейчас... Есенька, я же сказала, что не к вам, но вы понимаете русский, я к вам не обращаюсь, я... обращаясь к взрослым людям, которым 18 лет. А я что сделать могу? Мне сейчас пойти передать это своему папе, почему ты сидишь на месте, а не на войне? Ну, я не знаю, что вы будете папе говорить. Может быть, вы будете просить купить еще одного попугайчика. Я не знаю, есть ли какие у вас отношения с папой. Если бы я с папой разговаривала... Ну, попугайчик — это одно дело, а вот... Да, я согласна, мой папа военно обязанный, но кто-то идет по контракту, кто-то идет по... Убивать зону, нельзя а украинцев, нельзя, ни по контракту, ни по облику морали, ни по зубу, там, не знаю, кошелька, нельзя убивать украинцев, нельзя. Угу. Это я вам как вот жительница Воронежа говорю. Мы живем от вас, сколько от меня до Тулы? 5 часов уже ехать? Ну, далековато, да. Ну, вот я вам говорю, что вот как жительница Воронежа, я вам говорю, что нельзя убивать украинцев, нельзя, абсолютно нельзя. Вот придет украинец вот в Тулу, скажет, все, папа, иди бери оружие, защищай меня. Угу. Все. Все. Ну, знаете, честно, я не 13-летний политик. Ну, и мне интересно, а вот как вы относитесь к сфере политической связи? Как вы к этому относитесь? Не поняла вопроса. Вот вы сейчас сидите и очень сильно... агрессируете на жителей Российской Федерации и также... Ну, вы же... Я опять же... К чему это все? Есения, вы... Я говорю, вы, когда вы... То есть не про... Ну, про вот ваш возраст. Я говорю про жителей России, которым 18+. Вы поняли, да? Угу. 18+. Да. Я про детей не говорю. Все, мы к этой теме не возвращаемся, да? Мы поняли. Вы убиваете украинцев. Мы убиваем украинцев? Да.
Ну, честно, каждый... Вот вы настолько сильно переписали историю России, то, что сейчас там, наверное, все наши прошлые правители в гробу перевернулись. Вот С честное чем слово. мы не согласны? Вот вы наверняка не знаете даты начала Первой мировой войны. Как вы можете знать, что там переписало, когда вы даже не знаете даты начала Первой мировой войны? Вы ничего про Россию не знаете.